Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о феминизме и его последствиях. Друзья, внимание на экран. Феминизм – всемирное движение за права женщин и прекращение их дискриминации. Оно имеет большое количество течений, которые поднимают вопросы и из других сфер. Феминизм – тема, вызывающая большие споры. При всей благородности цели по равноправию между мужчинами и женщинами часто встречаются весьма радикальные и токсичные примеры феминизма, дискредитирующие данное движение. Ирина Бугаева – активистка, продюсерка и феминистка. Она занимается продюсированием кино и работает в рекламном производстве. Ирина получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии и проработала несколько лет в Москве. Развит ли феминизм в Якутии? Какой он и почему? В современном обществе все еще нет однозначного отношения к феминизму и ясного понимания его целей и методов. Друзья, чтобы разобраться в данной проблеме, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считают, что феминизм – это устоявшийся тренд в нашем обществе, и ничего токсичного от него нет. Он приносит пользу и, как правило, не стремится к тому, чтобы сменить главенство одного пола на главенство другого. Пессимисты же считают иначе, что феминизм нередко выходит за грани разумного, и с ним связано очень много токсичного. И в последнее время он приобрел гротескные формы и давно оторвался от стремления к равноправию. Встречается и возведение сугубо личных каких-то проблем в ранг общественно значимых. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою как можно больше участников. При этом у нас оптимисты будут располагаться справа, пессимисты слева. Угу. Делимся. Итак, встречаем нашего гостя. Активистка и феминистка. Продюсер кино. Ирина Бугаева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Меня зовут Ирина Бугаева, но как активистка я известна больше как Ирина Куб. Вот, я работаю продюсером и вторым режиссером в кино, и также продюсером в современном искусстве. Я работаю в фонде поддержки современного искусства Якутия «Яркут». Вот, еще я мама и занимаюсь различными художественными практиками. Я очень люблю вышивку и делать всякие маски из вторичных материалов. Вот, и еще я себя позиционирую как экофеминистка, поэтому я долгое время занималась именно экоактивизмом. Вот, и иногда просачивались и фем-штучки. Вот. Наверное, это основная информация про меня. Спасибо, аплодисменты. Перейдем к небольшому блиц-интервью. Быстрые вопросы, быстрый ответ. Так, первый вопрос. Что в первую очередь для вас значит феминизм? Сейчас. Так, ну, в первую очередь это, не знаю, благоприятная атмосфера в обществе. И, ну, такая, типа, как бы, ты чувствуешь себя защищенно в обществе, в которое строят феминистки. Вот. Интересно. Если мужчина открывает дверь или подает руку, это оскорбление для феминистки? Ну, как человек из культуры, я очень люблю старые нормы этики, поэтому для меня это не проблема, вот. Но все любят подшутить над этим, поэтому это уже больше превратилось в прикол. В каком возрасте у вас проявились феминистские взгляды? Мне кажется, у меня всегда это было во мне. Вот, но недавно я об этом как раз думала и вспомнила выборы президента. И в одних из выборов во втором сроке участвовала Ирина Хакамада. И я яро болела за нее, думала, вау, это так круто, она такая классная женщина, президент, это топ. И мне кажется, тогда уже начало во мне пробуждаться что-то. Это мне было лет 12, получается. Как вы относитесь к радикальным феминисткам? Не считаете ли вы, что они дискредитируют движение? Нет, я не считаю, что они дискредитируют. Просто
вы знаете, есть как бы эволюция, а есть революция. И вот либеральный феминизм для меня, он идет по пути эволюции. Но иногда, чтобы был большой скачок, резкий скачок и важный, нужны радикальные меры. То есть, например, как революция. И вот без Радфема, мне кажется, многие темы не были бы подняты сейчас. Или они бы очень долго шли, а так они своими более яркими, так сказать, выступлениями и речами вызывает интерес больше, и популизм все-таки есть благодаря этому. А ваши родители, они разделяют вашу точку зрения? Ну, мне кажется, родители как бы к своему ребенку всегда относятся как к ребенку. Они такие, ну... Чем бы дитя не тешилось, вот, поэтому, ну, они всегда как-то признавали мои... странности, как раньше это, наверное, считалось там. И они поддерживали меня, не знаю. Не каждый родитель скажет, я хочу работать в кино, и родитель скажет, да, конечно, иди. Вот, поэтому я очень им за это благодарна. Ирина, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать по нашей сегодняшней теме. Угу. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают то, что феминизм — это устоявшийся тренд в нашем обществе, и все, что с ним связано, в пределах разумного. Угу. Они считают то, что феминизм — это не о том, чтобы сменить главенство одного пола на главенство другого. Угу. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что феминизм нередко выходит за рамки разумного, и с ним связано в последнее время очень много токсичного. И в последнее время он приобрел гротескные формы и давно оторвался от стремления к равноправию. Также встречается и возведение сугубо личных проблем в категорию общественно значимых. Пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли ту или иную позицию? Чем обусловлен ваш выбор? Феминизм — это, как вот сейчас все говорят, женщины против мужчин. Все, все, нет. Мы сели сюда, потому что мы хотим быть наравне с мужчинами. И хочу рассказать людям про мифы, которые связаны с феминистками. Пессимисты, почему вы выбрали эту сторону? Наверное, для многих моих друзей и однокурсников будет удивлением, что я выбрал именно эту сторону, поскольку я довольно часто дискутирую, разделяю сторону того, что права женщин часто ущемляются по сравнению с мужчинами, но все-таки я считаю, что современный феминизм эти проблемы не решает, а даже, наоборот, приводит к их иронизации. То есть как человек, когда слышит про феминизм, он вспоминает про какой-то бодипозитив, про все остальное, что кажется ему смешным. И просто люди из-за феминизма не воспринимают всерьез эту проблему и не собираются ее решать. А решать эти проблемы, конечно, обязательно нужно. И как это нужно, надеюсь, мы поймем по ходу этого шоу. Спасибо, аплодисменты. Оптимисты, пожалуйста. Я сегодня села за стол оптимистов, так как считаю, что феминизм — очень необходимое направление. И меня на самом деле немного смущает формулировка сегодняшней темы — радикальный феминизм или токсичный феминизм. Я считаю, что феминизм не подразумевает под собой токсичность, потому что проблемы, с которыми борются феминистки, они очень важные. Тоже домашнее насилие, тоже декриминализация домашнего насилия. В общем, я считаю, что это очень необходимо, и неправильно говорить о феминизме в токсичном плане. Спасибо. Пессимисты. Не надо считать, что феминизм — это однородное движение, потому что даже у истории нашей российского государства есть свой собственный феминизм, написанный Александрой Калантай. С постмодернистским феминизмом, например, интерсекциональным феминизмом я против, потому что именно интерсекциональный феминизм породил такую негативную, я считаю, явление, именуемое cancel culture, да? То есть культура отмены, то есть направленная на демонизацию, остракизм определенных социальных групп или же личностей. Хорошо. Спасибо. Оптимисты, пожалуйста. Я просто села к оптимистам, потому что я не хочу кому-то быть обязанной, как и все остальные женщины. И не хочу, чтобы общество диктовало мне, как жить, что носить, что есть, как вообще вести свою, в конце концов, половую жизнь. Вот. Поэтому я сейчас здесь. Угу. Спасибо. Пессимисты. Я лично считаю, что
феминизм как таковой — это нормальное такое общественное движение, которое есть, и это нормально для человеческой природы. Но есть такие проявления феминизма, как радикальный феминизм, который, по моему мнению, дискредитирует само общественное движение феминизма. Я не имею ничего против женщин, не имею ничего против этого движения, но я лично против именно экстремальных проявлений данного течения. Спасибо. Ну что, друзья, перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю. Давайте начнем с оптимистов. Пожалуйста, ваши вопросы. У меня вопрос самый распространенный. Я хочу узнать, какие самые бредовые факты о феминистках вы слышали? Мифы о феминистках? Мифы, да. Да, это классная тема. Мифы о феминистках. Ну, во-первых, тот миф, который я сама разрушаю, это то, что феминистки — это мужененавистницы, которые не выходят замуж, они child-free в основном и так далее. Опять-таки, склоняясь к ратфему и лесбосепаратизму, конечно, эта часть феминисток, они против мужского пола в целом, но сейчас, на самом деле, подавляющее большинство либеральные феминистки выходят замуж, рожают детей и живут себе счастливо. Потом то, что феминистки — это страшные неудовлетворенные женщины. Это странно, честно говоря. Там, не знаю, ту же Эмму Уотсон вспомнить. Ну, как бы сложно ее назвать неудовлетворенной страшной женщиной. И типа они из-за своей неудовлетворенности и страшности атакуют мужской пол. Вот, еще... Ну вот про что какие-то уже неважные темы поднимаются в нынешнее время, и что... типа они отстают какие-то свои личные интересы, это тоже, конечно, миф. И personal is political. Персональное — это политическое, поэтому важно говорить о личных проблемах тоже, потому что твоя личная проблема может касаться еще миллиарда людей. Пессимисты, ваш вопрос. Хотелось бы спросить, почему вы пришли именно к феминизму? Ведь есть очень много движений, которые защищают права человека, возможности его. Но феминизм же как раз-таки движение, когда именно феминисты защищают, а не все общество в целом. То есть есть же движения, которые призывают все общество показывать какие-то проблемы и именно решать их все вместе. Почему именно феминизм? Ну, тут просто важно все равно учитывать, что когда есть какие-то там, не знаю, по... защите прав человека в целом, да, там ООН или, не знаю, ЮНИСЕФ, который защищает детские права и помогает детям, которые находятся в неблагополучных странах третьего мира. Как бы тут важно про видимость. Феминизм именно о видимости женщин, так или иначе, и через видимость женщин он рассказывает о других проблемах и дырах в нашем обществе. Поэтому я пришла к нему. Плюс у меня родилась дочь, и ну, так случилось, что я была в таких абьюзивных отношениях, и я начала изучать этот вопрос после этого, и как бы пришла к тому, что... Ну, мне это лично помогло выйти из темных, так сказать, времен, поэтому в дальнейшем стала это изучать. И, ну, и важным было все-таки фактором, что я хотела построить хорошее общество для своей дочери, которая является женщиной. Вот, поэтому феминизм, мне кажется, он очень широко смотрит на этот вопрос нынешний, но при этом больше про видимость женщин и женские проблемы. И это важно, потому что они были очень долгое время, столетиями закрыты. Оптимисты, пожалуйста, ваш вопрос. Как вы считаете, насколько сильно развито направление феминизма по сравнению с Западом и Европой, именно в России? Ну, тут как раз-таки надо опереться на волны феминизма и на историю России в целом, естественно. В общем, если смотреть западную историю, то там вначале были суфражистки, это считается первой волной, когда просто за права боролись избирательные. Вот. Потом вторая волна, это 60-е, 70-е, моя любимая, когда начали как раз-таки появляться ратфемки, но там просто было очень много женщин из искусства. И это было тоже в США.
Вообще все в основном происходило в США, естественно. А в России в это время, вот 50-е, 60-е годы, у нас как бы был Советский Союз, и мы в целом были закрыты и не знали, что происходит в мире. Но благодаря Советскому Союзу у нас была определенная уравниловка, и вот очень любят операции говорить, типа, да что вам надо, вот Советский Союз уже вам дал все права, вы на равных с мужиками и так далее. Но тут нужно понимать, что за собой это несет. Советский Союз все-таки уравнивал просто человека в целом, не опираясь как бы идеологически на проблемы каждой личности в отдельности. А феминизм именно говорит об отдельной проблеме взятой. И это важно, на чем базируется равенство, так сказать. Вот, поэтому в России все-таки, наверное, сложно делить на эти волны, но благодаря интернету мы сейчас влились так в пятую волну аккуратненько и, ну, быстро набираем обороты, так сказать. Вот. Но если на Западе феминистки как раз-таки очень сильно влияют на культуру в целом и на принятие решения, тот же cancel culture, то в России пока что мы боремся хотя бы за то, чтобы нас учитывали, наше мнение. Вот. Спасибо. Спасибо, аплодисменты. Пессимиста, ваш вопрос. Итак, начну тогда с более специализированного вопроса. Хотелось бы гостю задать такой вопрос. Вы знакомы с творчеством Ники Вудвуд? Она же Никсель, да. Пиксель. Хорошо. Угу. Тогда конкретный ее вопрос. Стрелочка угнетения поворачивается? Нет. Нет. У меня нет вопросов. Спасибо. Так, пожалуйста. Еще я хочу спросить, даже попросить совета молодым девушкам, подрастающему поколению, что делать, если они феминистки, но боятся показать свою позицию. Потому что, когда ты говоришь в обществе, что ты являешься феминисткой, сразу возникает вопрос, а почему? А что? Ты не хочешь, чтобы тебе двери открывали? Иди работать на завод. Или, например, да я сейчас тебя раскидаю по фактам, то, что ваш феминизм вообще ничего не стоит. И вот как бы девочка все равно как-то зажимается и боится признавать свою позицию. Ну, тут, мне кажется, самое главное — это быть добрым и открытым, то есть не начинать с пены у рта что-то доказывать. И как бы, во-первых, это от людей идет вопрос. Ты же имеешь право сказать, типа, я феминистка, не ожидая, что за этим последует гора вопросов и попытка тебя просто зашемить, угнетать и задавить. А у нас почему-то вот так вот. Например, я была еще вегетарианкой 6 лет, и как бы те люди, которые об этом слышали, они такие спрашивали: «А ты что, вегетарианка?» И я как бы, ну, говорю, окей, да, рассказываю. И они говорят: «Вот-вот, ты пытаешься нас тоже сделать вегетарианкой?» Я говорю: «Чуваки, вы же сами меня спросили». И то же самое с феминистками. Они их спрашивают, они отвечают. А это начинает выворачивать таким образом, что, типа, кто-то насаждает чужое мнение. Да, и пропаганда начинается. Вот, по поводу того еще. Ну, то есть нужно открыто, по-доброму, с улыбкой, я не знаю, то, что ты искренне веришь, рассказывать. И, ну, конечно, на самом деле, если оппонент подкован, обычно все эти доводы, которые они приводят, они очень легко разбиваются, но для этого все равно нужно тоже матчасть знать, вот, изучать вопрос не поверхностно, вот. На это, конечно, тоже уходит время, но обычно те аргументы, которые приводятся, они все сами по себе поверхностные, потому что те, кто их задает, как бы сами в теме не разбираются. Поэтому если даже вы легкую аргументацию здравого смысла выстроите, то я думаю, что они будут удовлетворены этим. Спасибо. Так. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому, пожалуйста, внимание на экраны. Что такое феминизм? Вы знаете? Нет. Вы знаете? Нет. Феминизм? Знаю, но говорить не буду. Ничего. А как вы к нему относитесь? Ну, ваши мысли. Никак, просто. Ну, не плохо и не хорошо, просто отрицательно, нейтрально. Да никак. Мне все равно. Нейтрально. Нейтрально, да. Ну, я отношусь к ним нормально. Нейтрально. Да, нейтрально. Ну, это женщины, которые, как сказать, да, которые борются за права. А как вы к нему относитесь? Нейтрально. Хорошо. Часто ли не выходят за рамки дозволенного? Как вы считаете? Ну, бывает, конечно, но
все равно. Это нормально. Положительно. А как вы думаете, часто ли они выходят за рамки дозволенного? Да. Постоянно. Я, в общем, не знаю. Это смотря как посмотреть. Ну, не знаю. Некоторые перегибают, некоторые нет. Феминизм? Да. Ну, короче, всегда есть, в любой сфере есть люди, где перебарщивают. И в этой сфере тоже есть такие люди. Ну, в Америке, да, но русском, ну, в России это в основном маленькие девочки. Нет, не думаю. Ну что, друзья, как мы видим, к феминизму отношение такое, по крайней мере, у большинства наших респондентов, из числа местных жителей, нейтральны. То есть люди, они, кто-то наслышан, кто-то же не совсем понимает, что это значит. Давайте зададимся вопросом. Вот феминизм в Якутии, почему он есть, от чего он пошел, и все же, если говорить о Якутии, у нас больше, так сказать, матриархат или патриархат? Как вы считаете? Давайте начнем с оптимистов. Вообще, мне кажется, у нас в Якутии, как и в целом по России, общество очень патриархальное, и поэтому мы живем в каких-то вот таких установках, которые нам диктует общество. И поэтому у нас существуют вот эти гендерные стереотипы, когда люди считают, что... В основном старшее поколение, конечно, считает, что вот девушки должны быть матерями, сидеть дома, что женское счастье заключается только в материнстве исключительно, а мужчина, если бьется, то значит он любит. Ну, в общем, все вот эти штуки. А почему появился феминизм? Почему появился феминизм у нас в Якутии? Ну, это, конечно, мне кажется, с появлением интернета, когда у нас вот как-то массово началась популяризация феминизма и вообще в целом вот этих феминистских идей. И это, мне кажется, очень круто. Я вообще, как обычный обыватель, не наслышан о каких-либо феминистических движениях. Именно в Якутии, в Якутске. Вот, Ирина, вы лично состоите или у вас есть какой-нибудь фонд по защите женщин? Клуб. Интересно. Собираемся. Сейчас говорить о развитии феминизма у нас в регионе, нету смысла. Вот, ну, хотя бы... Но ты очень верную, на самом деле, позицию говоришь о том, что можно говорить о развитии, если бы у нас была, там, не знаю, партия в России, там, типа, либерального феминисток или еще что-то, или сообщество прям открытое, куда любая девушка может прийти. А сейчас это просто есть развитие просто с точки зрения отдельно взятых людей. Ну, просто вот там, типа, отдельные активистки, отдельные девчонки, которые сидят в Инстаграме, подружки, которые общаются. Но это нельзя сказать, что это развитое движение. Но это в целом в России так, на самом деле. И, ну, в Москве, например, или в центральных городах есть такое, что, типа, есть сообщество. Но, опять-таки, это не... Мы можем говорить, наверное, о каком-то прям развитии, когда у нас будут какие-то партии, какие-то сообщества или еще что-то общественное, естественно. У женщин одинаковые проблемы у некоторых, да? Почему они начинают популяризировать, типа, вот, меня не выпускают, я не решаю эту проблему, типа, вот, мне плохо, меня не выпускают, меня общество принижает. Ну, просто вот, сама по себе реши свою проблему, типа, в чем проблема, вот, вот муж не выпускает, а ты возьми и уйди, типа. Есть вообще, как бы, такое у людей, мы, как бы, существа общественные. Нам очень важно, что о нас думают в обществе. И когда мы идем поперек того, что принято в этом обществе, мы, как бы, становимся аутсайдерами, и мало кому это, как бы, это очень сложно. Это сложно быть аутсайдером. Сейчас, как бы, это легче, благодаря тому, что, ну, в целом общество стало более открытое, да. Но вот не знаю, даже когда, типа, среди друзей, и ты чувствуешь в какой-то момент себя аутсайдером, это очень больно, это очень плохо. А прикинь, когда вот на тебя мама давит, и типа, а ты любишь свою маму, и тебе сложно сказать, что вот, типа, а я хочу. А она говорит, типа, нет, ты что, типа, как, что за странные вещи? Или, и в целом у нас как раз-таки токсичное общество. У нас не феминизм токсичный, у нас общество токсичное. И вот эта токсичная маскулинность, которая тоже присутствует, и она давит же не только на женщин, но и на мужчин. Может, чувак хочет сидеть дома и воспитывать детей, а как бы... А ему не позволяет это общество. Какой мужчина вот сейчас может открыто сказать, типа, не знаю, я люблю сидеть дома с детьми? Мало кто может так сказать. Сейчас просто благодаря феминизму как раз-таки становится более благоприятная атмосфера, на мой взгляд. Люди, им становится легче сказать, что вот мне вот это нравится, а у меня жена больше зарабатывает. Вот. Поэтому, мне кажется, это сложно вот взять и...
отстаивать свои права какие-то. Особенно если есть угроза того, что тебя могут потом выкинуть, ну, метафорически. Тут прозвучала тема токсичной маскулинности и то, что токсичная маскулинность угнетает самих мужчин. Я совершенно с вами с этим согласен, с этим мнением, но, однако, выскакивает какое-то противоречие. Вы не находите то, что стрелочка угнетения не поворачивается? Нет, тут нету никакого... Можете пояснить, пожалуйста, тогда? Да, конечно. Тут же стрелочка угнетения — это про систему. То есть не может афроамериканец угнетать белого цисгендерного американца. Хотя благодаря cancel culture, например, вот эта стрелочка, она про систему. Одна система угнетенных, она не может... И у нас система, например, патриархальная. Не может начать меньшинство угнетать большинство. Все равно у нас патриархальное цисгендерное большинство, так или иначе, мужское. И токсичная маскулинность, будучи частью этой системы, она как бы не меняет при этом систему, не меняет стрелочку. Все равно как бы токсичная маскулинность большей частью влияет на женщин. Но при этом она влияет и на главенствующее большинство тоже в этом смысле. Ну тут, короче, стрелка, она не про отдельно взятый случай, она про систему в целом, в основном, если можно так выразиться. Вот. Не может меньшинство начать угнетать большинство. Хотя, спасибо культуре отмены, походу начинает мочь. Но опять-таки это не про угнетение, это про систему квотирования больше, на мой взгляд. Хорошо, аплодисменты. Так, ну что, друзья? Можно в топом немного вопрос? Вопрос? Давайте. Мне интересно, как вы относитесь к квотированию, то есть когда в фирмах появляется какое-то минимально допустимое число работников по гендерному именно признаку? Вообще вот система квотирования — это часть для меня культуры отмены тоже. И вот это вот все, честно, мне... Ну, может, я просто этот старое и не принимаю все новое. Но мне лично система квотирования не очень нравится, потому что вот даже... Опять-таки, если брать в пример кино, когда вот, наоборот, сильно выпячивают наши различия, для меня это, наоборот же, еще больше нас отдаляет от равенства. Конечно, понятно, зачем нужна система квотирования, чтобы как раз-таки вот этот гэп, который создался за время этой истории, его выровнять благодаря системе квотирования. Как бы логически все норм, да, это нужно, но когда это вот принимает опять-таки какие-то радикальные формы, и, ну, для меня это как будто опять очень сильная сепарация. Я просто хочу, чтобы мы все жили в дружном мире. Вот. И когда вот эти вещи происходят, которые нас как общество, как людей делят, показывают на наши, очень сильно указывают на наши различия, это дестабилизирует так или иначе. И вот сложно понять, как лучше. То есть теоретически я понимаю, зачем нужна система квотирования, и поддерживаю ее с этой точки зрения, что гэп исторически нужно преодолеть. Но мне кажется, во-первых, мы уже его преодолели просто из-за того, что общество сейчас, оно очень быстрые скачки делает. Мы не так долго эволюционируем, как в допромышленного, не знаю, революции. Типа, и это нужно учитывать. И не знаю... В общем, сложный вопросик, конечно. Ну, тут как каждый считает нужным. Ну, наверное, это хорошо тоже. Спасибо. Спасибо. Поступил тот самый момент истины, когда можно поменять свою точку зрения. Пессимист, который убедился в аргументах оптимистов, может перейти на их сторону. Ну и также оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти в пессимист. Давайте идите к нам, мы поэтому... вас обижать, мы будем обижать тоже. Давайте на счет три... Можно будет поменять свою точку зрения. Раз, два, три. Все остались при своем. Давайте поаплодируем друг другу. Ну, буквально пару мнений послушаем, почему остались при своей позиции. Ну, а что все-таки, как и культура отмены имеет со своей составляющей часть феминизма, так и феминизм, как общая структура, все-таки имеет в себе некоторую часть от общей большой, от общего большого пирога культуры отмены. Феминизм тоже забрал себе какую-то часть. Все-таки есть проблемы у современного феминизма в России, который его дискредитирует, который не дает таким людям, как я, например, перейти на их сторону в
принципе, я же поддерживаю большинство их идей, но есть такие вещи, как вот культура отмены, как какие-то подмены понятий, как какие-то стрелочки, которые все-таки есть же. Да, даже наши оппоненты признали, что она иногда поворачивается, что все-таки есть проблемы, которые вызваны даже какой-то обратной этой. И все-таки я считаю, что неправильно все просто сваливать на одно понятие, что у всех есть какие-то минусы. И вот именно минусы, которые есть у феминизма, не дают мне перейти к него, хотя, в принципе, я поддерживаю большинство его идей. Я думаю, многие люди со мной согласятся. Давайте послушаем оптимистов. Ну, я решила остаться при своем мнении. Конечно, проблемы все же есть, но проблемы все решаемы. Вот что мне не понравилось. Мне не понравилось то, что феминизм противоставляет себя, собственно, условному патриархату. Вот какой великий, ужасный патриархат. Хотя я абсолютно не вижу различий, так как я не хочу делить мужскую какую-то систему и женскую систему. Это все не важно, потому что человек зачастую социальные, половые, гендерные роли, это все-таки, они все-таки являются продуктом одного вида человечества. Ну, я ценю современное общество, я ценю мир, построенный патриархатом, и я не желаю изменений. Извините, это мое субъективное мнение. Спасибо, аплодисменты. Еще одно мнение давайте послушаем со стороны оптимистов. Да, я согласна и с мнением пессимистов, и с мнением оптимистов. Есть что-то, что можно изменить, что-то лучше нет. С чем-то можно согласиться, а с чем-то нет. Но я остаюсь на стороне оптимизма. Мне кажется, все-таки это нужно поддерживать. Токсичность есть, но адекватного больше. Да, больше. Ирина, у вас есть возможность определить лучшего участника и вручить ему свой сувенир. Кажется, вообще сейчас нынешняя проблема и токсичность или отсутствие вообще все строится на терминологии. И вот вначале были суфражистки, их название строилось по тому, что типа право, ну типа суфра это право. И потом феминистки, потому что они именно о женском говорили. И сейчас, то, что сейчас происходит, мне кажется, вся проблема в том, что у людей в головах вот феминизм с чем-то определенным ассоциируется, там, с женщинами, которые ненавидят мужчин, вот, второй волны и так далее. И вот то, что патриархальная система. На самом деле, может, если поменять терминологию, это я, наверное, оставлю теоретикам и историкам, если поменять терминологию, то будет все по-другому восприниматься, легче, проще и как-то более адекватно. Давайте, чтобы да, больше, может быть, узнали все-таки о каких-то точечных вопросах и о любви и дружбе, и что не всегда нужно все теоретизировать и смотреть с точки зрения истории. Вот, я выберу молодого человека. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Ну что, пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Меня зовут Геннадий. Я окончил исторический факультет, как вы можете заметить. Вот, ЦУФУ, собственно. Я увлекаюсь историей и массовыми, скажем так. И больше всего я специализируюсь по традициям, культурам и, скажем так, массовым таким вот именно явлениям в народе. Пожалуйста, Ирина, вам слово. Есть такое замечательное фем-издание No Kidding Press. И у меня есть от него книжка, которая называется «Дружба». Рассказы, написанные женщинами и небинарными людьми. И я очень рада, что ты теоретически подкован, но знаешь, иногда на какие-то вещи нужно смотреть не только с точки зрения теории и фактов. Иногда стоит смотреть на какие-то вещи сердцем. Вот, поэтому я надеюсь, что эта книжка еще больше тебе раскроет грани общества нашего и с другой стороны. Вот, ты молодец. Спасибо. Спасибо, давайте поаплодируем. Что, дорогие друзья, мы приглашаем вас всех подняться сюда на наш подиум для того, чтобы еще немного пообщаться друг с другом и наших гостей. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Мне очень понравилась сегодняшняя передача. Я рада, что в Якутске столько думающих ребят. И вообще, мне кажется, показательно, что
А все-таки феминизм в Якутии есть, он распространяется, может, не так систематично, как хотелось бы, но все-таки люди о нем осведомлены, это не может радовать. А вообще, сама передача клевая, мне кажется, формат здоровский, то, что такие дебаты, дискуссия происходит, и можно по-другому взглянуть на то, что ты очень долго смотрел в одну сторону, оказывается, можно и по-другому посмотреть. Вот, поэтому спасибо за приглашение, было клево. Надеюсь, зрителям тоже будет интересно.